стенах небольшого учебного заведения обучается 160 человек. По всей стране подобных колледжей всего 11, поэтому здешние выпускники – товар штучный. Выдержав учебу, все они станут представителями белорусской культуры. В маленьком городе Мозыре 16 общеобразовательных школ, а во всей стране всего 11 музыкальных колледжей, поэтому вы исключительные ребята. Все, кто здесь учится или кто поступил, мы всех вас принимаем в свою семью, и мы надеемся, что к тем многочисленным поколениям, которые выпустил наш колледж, которые стали достойными сынами своей страны, представителями белорусской культуры, вы также продолжите этот путь. В адрес ребят и преподавателей на торжественной линейке было сказано множество теплых слов и напутствий. Сегодня я нахожусь среди самой настоящей творческой элиты. С днем 1 сентября вас, с днем знаний. В жизни каждого из нас сегодня начинается очередной творческий этап. Я от всей души хочу пожелать вам, уважаемые преподаватели, талантливых учеников, вам, ребята, особенно первокурсники, чтобы годы учебы здесь, в музыкальном колледже, пролетели незаметно, быстро, но чтобы вы взяли максимально большой и хороший творческий багаж с собой на всю свою дальнейшую жизнь. За 45 лет работы колледж выпустил немало талантливых и творческих людей. Еще один год – это еще один творческий этап в жизни как ребят, так и преподавателей, да и в целом всего колледжа. Лидия Поттер, Николай Капустин, телеканал «Мозырь».